Родные звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о том, что ее якобы лечат препаратом Кейтруда. «Мы хотим заявить, что не знакомы с этим препаратом и не можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо сведения о нем», говорится в заявлении на официальной странице в поддержку актрисы в Инстаграм. Близкие Заворотнюк также призвали всех пользователей быть осторожными и проверять любую информацию, которая касается тех или иных препаратов, отмечает Царьград. Они также поблагодарили поклонников Анастасии за поддержку и заверили, что это действительно очень прибавляет сил. В этом же посте была опубликована и справка, в которой якобы указан диагноз Заворотнюк. Родные актрисы никак не прокомментировали эту информацию, но фото справки в Телеграме было перечеркнуто красным крестом. Напомним, официально семья актрисы не подтверждала, что Анастасия больна глиобластомой. Такую информацию распространили СМИ. Ажиотаж вокруг болезни Заворотнюк и множество домыслов многие связывают именно с упорным молчанием ее родственников. Не исключено, что если бы они сделали официальное заявление о этом, в сети не было такого количества сплетен и домыслов. Сама Заворотнюк вышла на связь впервые за очень долгое время 3 апреля, в свой день рождения. Она лично поблагодарила супругу певца Стаса Михайлова за поздравление. Накануне Ридус сообщил, что муж актрисы Петр Чернышов забрал Анастасию из больницы, и сейчас она находится в подмосковном Крёкшино вместе со своей семьей.